Всем привет, друзья! Едем на ТО-0. Пробег уже почти 3000 километров. Будем сейчас менять масло в двигателе, смотреть уровень масла в коробке, об этом я говорил во втором своем видео, это вот предыдущее. Не знаю, пустят ли меня внутрь, потому что сейчас последствия, остатки, так сказать, еще пандемии, и туда могут просто не пустить внутрь. Ну, я имею в виду присутствовать рядом с машиной, хотя очень бы хотелось. Еще сегодня мне приклеят на место наклейку Prime, которая вот сзади, знаете, там написано Sorento, и красная такая Prime. Вот у меня почему-то она отвалилась, причем отвалилась в первый же день и где-то там в районе салона. То есть на фотографиях я смотрю, машину фотографировал, наклейка была, а вот уже когда я выехал из салона, ее уже не было. И вот я созвонился с менеджером, он обещал с этим помочь. Станислав, в общем, вас человек завтра будет ждать. Он сотрудник отдела ОСП, это подготовка автомобилей. У них хоть наклейки есть, вот, Антошку сделают, переклеят тогда все. Ну, а вы мне тогда уже отпишитесь, что как. И сегодня меня ждут в том числе и для того, чтобы наклеить эту наклеечку. В отделе по предпродажной подготовке они есть, в наличии. Поэтому все будет по фэншую. Угадайте, сколько времени занимает ТО-0? Которая включает в себя замену масла в двигателе и проверка, там, диагностика узлов, электрооборудования. Я не знаю, сколько получится, но по регламенту мне озвучили 3,5 часа. Даже интересно. Ну, там, типа, приемка, оформление, техническая мойка. И все это в 3,5 часа растянуть, это надо иметь талант. Ну, посмотрим, сколько это реальности будет. Смотрите, еще какую штуку обнаружил. Открываем. У нас пепельница. Убираем два подстаканника. А вот этот разделитель, вот видите, лифт. Соответственно, он сдвигается. Тут три положения таких. То есть, это вот среднее положение. Это вот сюда вот можно сдвинуть. Ну и, соответственно, сюда можно сдвинуть. Ну, поставим посередине. Тоже не сразу это увидел. Подъезжаем к салону. Принимаем машину, осматривают. Так, значит, автомобиль я сейчас поставлю на техническую мойку, сверху его ополоснут, салон зачехлят. Пусть это на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностике. Все, сдал машину, сейчас ее везут на мойку. И, собственно, когда загонят уже на сервис, меня позовут. И я там буду присутствовать. Смогу даже поснимать что-то. И это хорошо. Вот со своими запчастями, если я на сервис приезжаю, можно, да? Можете приезжать со своими запчастями. В принципе, это на ваше усмотрение единственное. Рекомендую у нас приобретать масляный фильтр. Во-первых, по цене он не такой дорогой. Да, просто был инцидент, клиент приехал со своими запчастями, принес, ну, соответственно, с масляным фильтром. Масляный фильтр у него оказался в итоге бракованный, и у нас получилось масляное голодание, и в связи с чем у нас, соответственно, мотор вышел. Соответственно, работу выполнили в нашем дилерском центре, мы гарантии выдаем на запчасти, привезенные вами, соответственно, мы гарантии дать не можем. Тормозные механизмы, колодки, диски, это расходный материал, они никак не подлежат гарантии. То есть я, в принципе, могу тоже сам их менять? Можете сами менять. А фильтр, а вот, например, фильтр салонный, воздушный, они же меняются в 2 секунды. Как бы могу сам менять. И, например, вот если на ТО на каком-то оно нужно его менять, ну, по идее. А я сам поменял, это как-то вот... Ничего страшного. Нет, вальс? Да. А он не держится, то есть изначально двухсторонний. Да. Ну, просто предыдущая отвалилась. Ну, они просто, когда приходят, они изначально просто. Ну, вот это лучше, да, будет держаться? Да, конечно. Ага. Они там уже слабо держат. Ну, отмойки. Спасибо. Да нет. Все. Прайм на месте. Ну, вот начинается ТО-0.
Ну вот и все, друзья, ТО-0 пройдено. По времени это все заняло 2,5 часа. Масло в коробке в норме. Поэтому как бы тут переживать не нужно. Мастер-приемщик сказал, что обращений по коробкам, по каким-то там проблемам нету. То есть как бы конкретно у этого дилера как бы с коробками проблем не выявлено. По крайней мере, это то, что он мне сказал. Вот. Рекомендовал каждое ТО сбрасывать адаптацию коробки, чтобы она работала корректнее. Ну, в общем-то, и все. По итогу поменяли масло в двигателе. Туда входит 6,5 литров. Проверили масло в коробке. Все в норме. Долили немного антифриза. Было на минимуме. Ну, я читал, что у многих, когда покупают новую машину, в течение там какого-то времени немножко понижается уровень. Доливают, все, и он потом держится. Вот, собственно, видимо, наверное, у меня будет то же самое. Никаких нареканий по машине не выявлено. Все в норме, все ок. Поэтому эксплуатируем дальше. Так, сейчас посмотрим, как светят фары. В принципе, не так темно еще на улице, еще не ночь. Но сейчас включаем ближний. Во. Добавились противотуманки. Почти незаметно, немножко желтенького стало, сейчас убрал. Дальний. Вот как это смотрится на дороге. Сейчас вот, вот выключили свет. Включили, это ближний. Это дальний. Сейчас замерим расход по трассе. Только не сразу я об этом вспомнил. Проехали вот уже 16 километров. Немножко там по населенному пункту проехали. Не совсем трасса была. Но тем не менее, в целом будет трасса. Вот сейчас 8,7 расход. Весь путь сейчас до города будет порядка 120 километров. Вот посмотрим, какой будет расход. Но это не конечная наша точка. Просто там 20 километров будет по городу. Сыграет свою роль в расходе. А дальше опять поедем по трассе. Можно будет потом еще раз посмотреть. Уперлись в пробку, поэтому, наверное, пора смотреть расход. Стоим уже. Было минимально 7,5, сейчас подросло до 7,6. Ну, вот такой вот расход получился за 115 километров. Очень долго отстояли в пробке, наверное, целый час. Ну все, выезжаем снова на трассу. Итог у нас сейчас расход 8 литров. Ну и посмотрим, сколько будет в конце. Все, доехали до МКАДа. Сейчас уже трассовый режим, можно сказать, закончится. Поэтому смотрим, что у нас по расходу. 7,4, как уже у меня было один раз. В принципе, повторилось еще разочек. 7,4. В принципе, нормальный расход. На МКАДе все вполне неплохо. Смотрите-ка. Расход уменьшился еще. 7,3. Такого я еще не видел на этой машине пока. Впервые снизился до 7,3. Ну что, новый рекорд у нас. Все, припарковались. И теперь, даже несмотря на то, что ехали еще по городу немножечко по пробочкам, 7,4 все равно. А на этом третий выпуск подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будут следующие видео. 4, 5, 6 и так далее. Задавайте вопросы. Будем разбираться вместе с ними. Всем пока!